Народ, всем привет! Сегодня хочу рассказать о том, как смастерить хороший крепкий поводок из плетенки. Так он и будет называться, поводок с плетенки. В принципе, тут ничего мудреного нету. Вот уже у меня готовый есть. А вот материал, с которого все сделал. Все элементарно просто. Это плетенка. Диаметр которой где-то, точно не знаю, ну, меньше 0,12. Вот. И крючки. Плетенка, наверное, 0,08. И крючок, уже, который я уже показывал, рассказывал, жидовский. Вот. Привязан он методом таким же, как я и привязывал. Старым дедовским. Тут приблизительно где-то 1,80 м длина. Нет, 1,80 м, наверное, 2 м. Это я себе сделал для кораблика. Диаметр где-то до 0,12, но не толще. Решил я замутить такую снастку, что было у меня пару солидных обрывов. Обрывов таких, которых леска не справилась. Поэтому я решил перейти на плетеночку. Вот. Что можно сказать насчет, когда я ее испробую? Я ее испробовал уже на одной из рыбалок. Я поймал жереха на 250 кг сразу же. Но я там ставил плетенку дикую, которая на кораблике у меня стоит 0,4. И вот не побоялся, подошел, хотя вроде она толстая. И вот тут же дома я смастерил такую. Сегодня я скатался на рыбалочку. Рыбалка такая... Короткая была, где-то 1,5 часа, но сам факт, что поклевок не было, вышла водомерка, и я не смог проверить работоспособность этого поводка. Может, в дальнейшем я его сделаю черного цвета, маркером покрашу. Но клесочному уже поводку, клесочному поводку я точно уже возвращаться не буду. Потому что был бы, наверное, даже не наверное, был бы поводок из капронки, или хотя бы вот из нити, я бы вытянул. Поэтому вот 2 экземплярчика солидных сошло, и получается, что вот такой пришлось поводочек сделать. У меня кроме этого поводка еще есть поводки для ловли. На кораблик они разной длины, как я говорил, от 1,5 до 3 метров. Ну, вот данного типа экземпляр вот этот. Еще хочу снять обзорчик, кроме насчет вот этих весов. Это китайские весы с Алиэкспресса. Вот. Вроде рыбка одинаковая, а батарейка не подсевшая, показывает разный вес. Хочу точно посмотреть. Взять килограмм сахара и там, или крупы какой-нибудь. 700, 800 там, и 200. Кстати, прикольно вот насчет круп. Как они вот в Советском Союзе было килограмм, значит килограмм. А потом они начали последних лет 7 назад. 950, 980. Сейчас докатились уже до 600 грамм. Вот так вот дурит нашего покупателя. Так, и еще обещал снять, как снимает подводная съемка. Вот такую площадочку я уже сделал. Почти сделал. Как, все, камера есть. Осталось только стропы сделать. Тоже сниму обзор в ближайшее время. На мою площадку. И, как обещал, вышлю видосик с RGKM4000, как он снимает под водой. Сейчас черничка начинает уже идти. Так что этот поводок, наверное, будет долго еще ждать своего времени. И может быть, хотя может будет время, скатаюсь. Поэтому в чернику поезжу, потом уже займусь тестировать этот поводок. Еще хочу попробовать взять плетенку, хотел попробовать, и может даже попробую, хорошую какую-нибудь 0,08, но тут такая ситуация, что они продают вроде от 70 метров. В принципе, цена недорогая, за 70 метров, там самая дешевая, она галимая, 7,5 рублей, это где-то 3,5 доллара, а если брать японскую, не помню, сколько они идут там по метрам. То там вроде 10 долларов.
Вот, поэтому не получится мне раздобыть хорошие плетенки. Всех, у кого был вариант спросить, я спросил. В принципе, тоньше, наверное, 0,20. Да, 0,2 никто не ставит. Ни на фидер, никуда. Хотя у меня на фидер 0,14. Поэтому... Это, а вот эту я покупал пробную на фидер. Это вот я не помню, 0,12 или 0,08. Она мне пригодилась. Еще я эту... А, вот, эту плетенку покупал на этот, на отводной поводок я бросал, на спиннинг. Вот где я кусочек этот взял. А до этого я брал ее для ставок на ротана, на карьер. Ну, вот такой получился обзорчик. Ушел я от лестничных поводков, решил оставить плетеночный и придерживаться его, пока буду на кораблик ловить. Хотя, вот сколько прошло времени, лет, наверное, 15. Ну, лет 15, наверное, я ловил на кораблик, и все эти 15 лет я ловил на лесочные поводки. Может, все дело в леске, в качестве. В этом году я заходил в магазин, и мне продали леску, которую я когда потом дома проверял, нарвалась как. Хотя леска знаменитая, не буду говорить, какой бренд, ее пересушили. Хотя поставка этого года и производство этого года. В результате мне пришлось купить. Не купить, а вернуться в магазин на следующий день. Я взял еще 3 разных фирмы, и леска рвалась как веревка. Потом я как рассказывал, доплатил еще там доллар и купил уже хорошую леску, но и она не справилась с теми жерехами и язями, которые все-таки клевали. Вот поэтому пришлось вот такую плетеночку заправлять на поводок. Хотя я считаю, что плетенка видна и может быть, конечно, поклевки уменьшатся, но рыбы достаточно. Вот оказывается, я вот на рыбалку ездил, хоть и ловил немного, 1-2, там 1-1, но насобиралось у меня уже за рыбалок 10-2 жерешка в холодильнике, 1,5-килограммовых серединки. Поэтому не буду я. И вот кузнечик уже пошел, можно было кузнечик оставить, да я не захотел. Мелочь-то тревожить, потом выбрасывать, пропадет, не пропадет. Да и подвязки эти, 300 грамм возьмешь, но с него-то яс же может вырасти. Поэтому все, вот такой вот будет поводочек у меня. С плетеночки, буду его придерживаться. Жара продолжает стоять, все печет, печет, печет. Тучи крутят. Видосик я сделал с рыбалки, там рыбалка туристическая получилась, поэтому в места красивые заезжал. Тучи крутили целый день, так и дождь не сыпанул. Будем ждать дождика, потому что без дождя уже, уже на дней 14. Все, ребята, всем спасибо, кто смотрит видео, кто ставит пальцы вверх, активным моим друзьям огромное большое спасибо. С вами был Романыч, всем счастливо, пока-пока.